Всем привет! Вы на канале «Час ремонта». У нас вы найдете обзоры на современный электрический инструмент, а также различные технические приспособления для строительства и ремонта. Сегодня мы поговорим об эндоскопах – специальных приборах для визуально-измерительного контроля. С помощью подобных приспособлений можно исследовать скрытые полости и различные труднодоступные места без проведения демонтажных работ. Приборы позволяют вывести картинку обследуемой области на экран и записать процесс осмотра на разнообразные электронные носители. Выбор измельчителя – довольно сложная задача для неподготовленного человека. На отечественном рынке представлено множество приборов различного функционала и комплектации. Кроме того, при выборе аппарата необходимо учитывать особенности участка и характер планируемых работ. Именно поэтому мы выбрали для вас 5 лучших эндоскопов от проверенных производителей, которые можно приобрести в 2021 году. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, а мы начинаем. Мегион 33022 – USB-видеоскоп, оснащенный ультратонкой камерой диаметром 5,5 мм. Полужесткий зонд идеально подходит для исследования скрытых полостей и внутренних поверхностей строительных конструкций, а также бытового и промышленного оборудования. Минимальное фокусное расстояние компактной камеры составляет всего 2 см, что позволяет выполнять работы в самых труднодоступных местах. Корпус камеры оснащен светодиодной подсветкой, интенсивность которой можно регулировать, исходя из особенностей исследуемого участка. К преимуществам конструкции можно отнести высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги. Длина зонда достигает 2 метров, что позволяет проводить исследования трубопроводов и систем вентиляции. Особенности конструкции позволяют подключить видеоскоп к смартфону или ноутбуку через USB-порт. Комплект поставки включает в себя программное обеспечение, совместимое со всеми операционными системами. Также в стандартный комплект поставки входит зеркальная и магнитная насадка, а также вспомогательный крючок, предназначенный для манипуляций с мелкими предметами. Мегион 33500 – надежный промышленный видеоскоп с возможностью записи видеоизображения и сохранения кадров. Система визуального контроля представляет собой полноцветный жидкокристаллический дисплей, съемная конструкция которого дает возможность осуществлять дистанционные наблюдения. Эргономичная рукоятка имеет специальное противоскользящее покрытие, которое обеспечивает удобство в эксплуатации. К дополнительным преимуществам можно отнести регулируемый угол наклона рукоятки и дисплея. Сам корпус прибора выполнен из прочного пластика. Наиболее уязвимые элементы усилены пластинами из нержавеющей стали, что повышает надежность конструкции. Для работы в условиях недостаточного освещения камера оснащена яркой светодиодной подсветкой. Также имеется вспомогательная система освещения, расположенная на корпусе видеоскопа. Управление аппаратом осуществляется с помощью интуитивно понятной кнопочной панели. Источником питания служат 4 батарейки типа АА. Аппарат поставляется вместе с комплектом насадок различного назначения, кабелей для подключения и другим устройством, а также зонда длиной от 2 до 5 метров, в зависимости от потребностей пользователя. Bosch Universal Inspect – удобная в обращении инспекционная камера от всемирно известного производителя качественных инструментов. Камера с подсветкой, цифровой зум и гибкий кабель позволяют применять устройство для различных целей – от осмотра скрытых полостей строительных конструкций до инспекции канализационных и вентиляционных трубопроводов. Встроенная память позволяет хранить до 8 изображений с последующей передачей файлов с помощью карты памяти. Комплект поставки включает в себя полезные принадлежности, которые помогут в возврате потерянных вещей. Речь идет о специальных насадках, выполненных в виде крючков и магнитов. Для исследования участков с отражающимися поверхностями функционалом предусмотрен контрастный режим с черно-белым изображением. Высокая степень защиты от внешних воздействий позволяет спокойно помещать камеру в воду, не боясь повредить электронные компоненты.
Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карманах брюк или куртки. Чтобы узнать актуальные цены на эндоскопы из этого обзора, перейдите по ссылкам в описании под видео. Я оставил их специально для вас, чтобы вы не тратили время на поиски. Мегион 33100 – простой и надежный видеоскоп, предназначенный для визуального осмотра скрытых полостей и труднодоступных мест. По сравнению с аналогами, данная модель отличается значительной длиной зонда. Защитное исполнение камеры позволяет использовать прибор на участках с повышенным уровнем запыленности и влажности. Изображение выводится на экран ноутбука или ПК. Модель совместима со всеми современными операционными системами. При необходимости функциональные возможности аппарата позволяют выводить изображение на экраны смартфонов, планшетов и других устройств на Андроиде. Модель способна работать в широком диапазоне температур. К дополнительным преимуществам конструкции стоит отнести наличие яркой светодиодной подсветки, интенсивность которой можно регулировать в зависимости от потребностей пользователя. Комплект поставки включает в себя набор различных насадок, а также диск с программным обеспечением. И завершает сегодняшний обзор RGK-DE10 – простой и надежный видеоскоп с гибким зондом, предназначенным для исследования труднодоступных участков. Изображение выводится на TFT-дисплей в режиме реального времени без задержек. Данная особенность позволяет проводить с объектом исследования различные манипуляции, одновременно оценивая их эффективность. Для повышения эффективности работы производители позаботились о ярком освещении исследуемых участков. 4 встроенных светодиода позволяют получить четкое и контрастное изображение без искажений цветов. Камера и гибкий зонд устойчивы к проникновению влаги и грязи, поэтому прибор подходит для проверок сантехнических и промышленных трубопроводов, а также небольших резервуаров. Источником питания служат 4 батарейки типа АА. Данная особенность позволяет проводить исследования на участках, не оборудованных точками доступа к источнику электрической энергии. Специальный индикатор на дисплее позволяет следить за уровнем заряда батареи и вовремя производить замену источников питания. Итак, наш обзор подошел к концу. Теперь вы без труда сможете подобрать эндоскоп для работ любой сложности. Ссылки с актуальными ценами я разместил в описании к видео. Как вы считаете, на какие характеристики необходимо обращать внимание при выборе эндоскопа? Если у вас есть опыт подбора приборов для исследования скрытых полостей, обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Возможно, ваши советы пригодятся другим зрителям. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Это мотивирует нас делать новые обзоры. С вами был канал «Час ремонта». Пока!